Привет, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. С вами Катринка. И сегодня мы будем разбирать опять мой вот этот вот любимый коробочек, только уже не с пустышками, а с новиночками. Смотрите, там все новинки и подарки, которые я получила недавно. Все они косметические. И хочу с вами поделиться моей новостью. Так что смотрите до конца, будет интересно. Первая моя покупочка — это вот такой гель для стирки детского белья Шоша. Я покупала в Космо, он идет от 0 месяцев. Производство наше, то есть Украина. 850 грамм. Честно говоря, он очень-очень бюджетный, и гель я уже опробовала ни о чем. То есть он и запаха нейтрального не имеет. Я люблю стирать сейчас детскую одежду и белье такими нейтральными средствами, чтобы совершенно были без запаха. Он, в принципе, идет без запаха, но чтобы каких-то фантастических, да, от него моментов стирки я не видела. Ну, то есть такой гель, честно говоря, ни о чем. Это так, пополоскать белье, просто освежить, и, скорее всего, что повторять его не буду. Следующая моя покупочка — это крем-краска L'Oréal Paris Casting Cream Gloss. Я думаю, многие знают эту краску, которая продается в обычном, да, в масс-маркете. Она мне нравилась. Я в прошлый раз красилась именно этим оттенком 780 ореховый мокко. Ну, вы знаете, как-то это новинка с медом. Да, тут бальзамчик очень хороший с медом. Но, вы знаете, она у меня вот сейчас полежала. И я хочу другой цвет. То есть я не хочу же такой темный. Хочу приобрести такую же кастинг. Потому что мне нравится, что они безаммиачные краски. И хорошо придают блеск волосам. То есть мне нравится, как она у меня на волосах. Но пока ее приберегу, возможно, для зимы, а на лето хочу приобрести более светлый оттенок. Далее, это хвастаюсь подарочками. Вот такой интересный Isana Kids. Это у нас шампунь для девочек. 300 мл. Смотрите, какая красота. Он обалденный тем своим именно консистенцией. Смотрите, какие здесь блестки. Я постараюсь, чтобы было видно на камере. Сейчас даже чуть-чуть вам вот так визуально протестим, если будет видно. Запах класс вообще. Вот, смотрите, видно. Видно, что он с блестками. Я знаю, что у них есть еще такой же гель для душа. Я как-то покупала на подарок. Класс для девочек. Это вообще супер. Это для моей Сони подарили. Думаю, что для девочек постарше они тоже оценят такой вариант. Будем мыться такими блестками. Такая чисто девчачья штучка, правда? Далее приобрела сейчас в Адсенсе опять скидочки на мои любимые скиник маски корейские. Это с томатом, вот такая бутылочка. Они стоят что-то до 20 гривен, ну класс. Я их очень люблю, когда по акции, всегда советую всем взять. Вот, не буду долго останавливаться. Также взяла вот такую мочалочку. Это чтобы смывать мои любимые маски для лица. Очень удобно. И дальше хвастаюсь вот таким наборчиком. Ты моя радость, подарочный набор от Гапчинской. И вместе его с вами вскроем сейчас. Итак, в этот набор входит, значит, вот такой мицеллярный гель для умывания для всех типов кожи. Ты моя радость, 275 мл. Смотрите, какие интересные пузырьки внутри, да? Очень интересно, что это за мицеллярный гель для умывания. Идеально очищает лицо. Значит, здесь в составе, что у нас здесь? Мицеллы, экстракт миндаля. Да, мицеллы и экстракт миндаля. Очень интересно, попробую обязательно. Изготавливает Украина. Вот это в Адсенсе представлена такая серия Гапчинской. И также, смотрите, какая прелесть. Баночка, красота, правда? Ты моя радость, легкий крем для лица, для всех типов кожи. Вот он такой маленький, сейчас мы его откроем. Он не зафольгирован. Такой легкий кремик. Возможно, я его буду использовать для рук, так как моя кожа не все крема принимает. Не нужно специальные крема. Вот. Очень приятный такой свеженький аромат розы, потому что это с розой.
Вот так выглядит. Подходит для всех типов кожи. Увлажняющий кремчик. Дальше, это не косметика, но все же я ее занесла сюда. Это капсулы Doppelgerz Anti-Stress, уникальный комплекс витаминов, что помогают защитить организм от стресса. Здесь фолиевая кислота, экстракт группы B, экстракт мелиссы и гинкго биллоба. 30 таблеточек. Я, это подарок. Спасибо большое, буду им пробовать обязательно. И следующий набор косметический, это для мальчика, вот так он выглядит, пиратский такой наборчик, бесстрашный пират. Сейчас мы его откроем вместе с вами. Вот такая вот пена для купания, 335 грамм, без слез, это нам нужно, мы будем и как гель для душа использовать, депантенол, экстракт ромашки, без красителей. Это хорошая вещь, я думаю, всегда пригодится, даже не как пена, а как... Жидкое мыло всегда можно использовать. Такой интересный дизайн. И смотрите, какая мочалочка интересная. Вот так она на руку одевается. Вот такой вот пиратик. Класс. Вот, очень понравилось. И последний мой подарок. Это у меня парфюмированная водичка, которую мне подарили. Calvin Klein In For You. Фохё, да, это женская вода. Сейчас я вам покажу. Очень красивая бутылка, которая меня прямо покорила. Вот как она выглядит. Смотрите, как внизу интересно, как капелька сделана. Вот такой носик с крышечкой. Значит, это аромат не новый, довольно старый, что я про него прочитала. Это бренд США, да, Calvin Klein, сделан во Франции, туалетная вода сделана. Значит, пишут, что это водичка восточно-цветочная, да. Там есть и ноты амбры, и бергамота. Вы знаете, для меня она вот больше похожа на унисекс. То есть я, если бы на мужчине услышала этот запах, тоже бы мне понравился. На женщине также понравился, понимаете? Вот он такой интересный запах, я вообще не очень... умею еще описывать ароматы, ну вот передала вам свои ощущения. То есть для меня он свежий, все-таки он свежий для меня. Я слышу здесь свежесть, ноту цитруса, и он имеет шлейфовость, да, то есть шлейфовый довольно аромат. Когда его наносишь, я проходила, и со мной действительно шлейф этого аромата есть. Вот, водичка очень интересная, хочу сделать отдельное видео по водичкам, поэтому... останавливаться не буду, но я очень рада такой новинке, и это моя будет водичка на лето. Вот именно лето мне нравится. Она не приторная, не сладкая, такая свежая, такой интересный аромат уверенной женщины. Вот так я бы его назвала, для уверенных в себе. Все, друзья, на этом все мои новинки, все мои подарки я вам показала. Ставьте лайки, кому понравилось. Кто чем пользовался, пишите в комментариях. Кто пользовался, кто знает этот аромат Calvin Klein, интересно будет услышать ваше мнение. А также подписывайтесь на оба мои канала, на влоговый 4 года разница и на Инстаграм. Жду вас в комментариях. Пока-пока, до новых встреч. Целую вас, люблю.